Партнер показа «Работа Тутбай» – сайт по поиску работы и подбору персонала. В преддверии профессионального праздника учителей исследовательский центр «Работа Тутбай» провел опрос среди 467 человек и выяснил, что респонденты до сих пор помнят своих педагогов. В результате исследований выяснилось, что 80,9% опрошенных проявляли интерес к школьным предметам благодаря усилиям педагогов. Каждый опрошенный помнит своих учителей, в основном из-за их личных качеств. Это отмечают 41,5% участников исследования. Более 37% опрошенных запомнили своих преподавателей благодаря их стилю преподавания. В результате опроса респондентов, среди которых свыше 43% педагоги, выяснилось, какими качествами должен обладать учитель. Для 71% опрошенных это хорошее знание предмета, свыше 45% назвали терпение, для более чем 44% это любовь к детям. 39% важным качеством учителя считают любовь к профессии, 17% опрошенных назвали ответственность. Согласно результатам исследования, большинству учителей, а это 64,4%, нравится их профессия. 37,2% преподавателей любят свою работу благодаря предметам, которые они ведут. 24,4% опрошенных преподавателей получают удовольствие от профессии, так как могут работать с детьми. В качестве призвания работу учителя рассматривают 19,2% преподавателей. 15,4% опрошенных довольны своей работой из-за возможности самореализации. В преддверии профессионального праздника участники исследования направили преподавателям самые искренние и теплые поздравления. Исследовательский центр «Работа Тутбай» присоединяется к ним и желает всем учителям здоровья, терпения и благодарных учеников.